последнее время в индустрии красоты многое поменялось. Сегодняшние клиенты салонов стремятся не только получить качественные услуги, но и сэкономить время и деньги, а также испытать приятные эмоции от общения. Пришла такая идея, почему бы не сделать пространство модное, современное, в ритме большого города. Формат такой для тех, кто любит пообщаться, это какой-то маленький праздник, потому что сюда можно прийти с подругой, можно прийти с мамой, да, которую вы давно не видели, и совместить приятное с полезным, пообщавшись с ней. А еще приятно, когда с клиентами складываются доверительные отношения, когда они становятся добрыми приятелями. Команда должна соответствовать общему бренду. Мастер маникюра, он выступает как психолог для женщин, как подруга, отдыхают не только телом, да, но и душой. Это целесообразно для любой профессии иметь ухоженные руки, лицо, волосы, тем более для любой женщины. Я молодой начинающий дизайнер, у меня небольшое производство по изготовлению верхней одежды. Опять-таки, я не считаю, что это конкретно связано с моей профессией, это просто сейчас удобно, что гель-лак, конечно, он держится дольше. И поэтому, так как мы ограничены во времени сейчас все, и тем более у меня маленький ребенок, я сейчас не могу часто позволить себе выделять много времени именно на уход за собой. Мне надо максимально быстро и так скажем, не часто. Люди творческих профессий, как правило, обладают специфическим вкусом. Например, дизайнеры часто предпочитают спокойную цветовую гамму. Я не скажу, что я прям такая модница, чтобы гнаться за трендами. И, ну, яркие я вообще оттенки крайне редко делаю. У меня всегда что-то спокойное, либо нюд, френч. Вот сегодня мы попробовали новую технику. Аэрография. Да, я первый раз ее делаю, но мне очень нравится. Вот так все и ярко, то, что он белый, белый цвет, он в принципе яркий. Ну и достаточно спокойно. Сегодня, чтобы быть в тренде, не обязательно вникать во все тонкости того или иного направления. Нужно лишь найти правильного специалиста, который знает, что вы любите, и всегда готов предложить что-нибудь новое.